В городе Шалкар открылся детский развлекательный центр «Алуа Парк». Аким района Жанбулат Джидиханов, присутствовавший на церемонии открытия, выступил с поздравительной речью и пожелал успехов предпринимателям. Новая инициатива бизнесмена Маргулана Махамбетова позволит обеспечить занятость 30 местных жителей. Отметим, что в развлекательном центре есть такие площадки для детей, как батут и качели. А на втором этаже здания индивидуальный предприниматель Алмаз Нурманов открыл семейное кафе. Здесь предусмотрены скидки для именинников, а также многодетных семей и особых детей.